Посмотрите, на куполе тоже поотрывало вот эти листы металлические. Здесь крышу сорвало практически полностью на всем храме взрывной волной. И просто посмотрите, какие разрушения. У меня под моими видео, всеми, которые публикую по поводу прилетов, миллионы, просто миллионы комментариев, где пишут российские твари, что это ракета ПВО сюда попала. Я, конечно, не эксперт, но я уверен, что ракеты ПВО не такой мощности, чтобы такое мощное здание, посмотрите, какие толстые стены, чтобы его так разрушить и сорвать везде кровлю, поврывать везде двери. У ракеты ПВО нет такой мощности, нет такого заряда, вот этого взрывного вещества, чтобы такие нанести разрушения. Посмотрите, стены толстенные, не знаю, сантиметров 60, может, даже больше. И не просто разрушены, там вообще дыра вырвана в алтаре, куда именно был сам прилет. Поэтому это 100% не ракета ПВО. Это 1000%. Ну, им же просто... У них на отлично работает их вот эта информационная пропаганда. На это выделяются огромные деньги. И просто сидят боты, армии ботов. Армии ботов сидят и пишут вот это то, что нужно. Вот им дали задание писать там «За Донбасс», «Это вам за Донбасс». Они все сразу 2 миллиона комментариев всем прилетело, что «Это вам за Донбасс». Дали следующую команду, напишите, что это за Крымский мост. Сразу 2 миллиона комментариев на все украинские видео прилетело, это вам за Крымский мост. Дали следующую команду, напишите 2 миллиона комментариев, что это прилетело, ракета, украинская ракета ПВО. Все, пожалуйста, под каждым украинским видео, все, кто снимает, все, кто публикует, сразу 2 миллиона комментариев о том, что это прилетела украинская ракета ПВО. Это очень сильно, мощно работает вот эта вот информационная армия ботов, которые миллионы комментариев пишут под каждым видео. Ну а люди своими головами думать не хотят, выводы делать не хотят, и соответственно, что читают, то и думают, что им в мозг вливают, так они это все воспринимают. Вот такая вот информация, друзья. Так что включайте головы, посмотрите на эти разрушения и сделайте выводы. Это я обращаюсь к тем, так, чтобы к ним обращаться, это не люди, это боты. Я даже как-то раз написал, ну, написал комментарий в ответ, мне даже ничего не ответили. То есть я написал, мне написали комментарий, я написал ответ на этот комментарий, как бы с вопросом. И ответ мне не пошел, потому что это бот, он вот один комментарий написал, все, он уже туда не возвращается. Такие дела, друзья. Ужасные разрушения, просто ужасные. Посмотрите, какая была сила удара. Там просто стену толщиной, я не знаю, он там внутри храма. Ее, правда, не видно, из-за того, что там так затемненно. Но вот я вижу, камера не показывает, потому что там темно. А вот глазами я вижу, там стена просто толстенная, ее разорвало. Это была огромная сила удара, просто огромнейшая.